сейчас бананчик? Да. Под одним глазом аллергия, что делать? Есть же противоаллергические капли. Вот, и вы можете профилактическую дозу противоаллергенных препаратов пить. Амир сегодня пас, да. Амир, у тебя спрашивают, ты не отвечаешь. Да. Россияне пожаловались на проблемы с сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции. В понедельник утром... Ты кто? Ну, неинтересно. Тебе сколько лет? Амир, тебе сколько? Три. А маме сколько? 25. Много. Нельзя так говорить. Я не старая, Амир, я молодая. А как исправить лицо, если выглядит впалым? Вам нужно заполнять эти пустоты гиалуронкой. То есть все ямочки, которые есть, нужно заполнять объемом. Дыра не закончилась. Просто у меня сегодня у мамы день рождения, поэтому я предупреждала Ляну, что я приду, но долго не останусь. Не за что. У меня мама. Ты старая выглядишь. Окей. Поздравляю мамочку. Спасибо, девочки. Купс, у меня же у мамы день рождения из-за этого. Сегодня. У моей мамы. Поехали.